Приветствую вас. У меня такое ощущение, что молодой человек делает то, что делает, знаете, как будто бы по, ну, знаете, по одолжению, по принуждению, да, то есть у меня нет ощущения, что он действительно делает это, потому что хочет. То есть, у меня нет ощущения, что он делает это вот именно потому, что хочет сделать. Ну, вот. У меня нет такого ощущения. Но с другой стороны, у меня есть, значит, у меня есть чувство, что вероятно, он мог оставить вам какое-то вот место просто в своей жизни, да, и считает, что, ну, что этого места достаточно, вот. То есть я понимаю, что это не хорошо, да, я понимаю, что так не должно быть, но тем не менее, вот. На мой взгляд, это вот такая вот история. На мой взгляд, это такая проблематика, да? Вот. Можно сказать, что мужчина боится ответственности. Можно было бы сказать так, что он боится ответственности. Но это, опять же, слишком мало информации для этого, слишком мало информации для того, чтобы утверждать такое. Вот. Это все из области предположений. Вот. Я думаю, что исходить вам, ну, надо бы из того, что вы хотите. Вот просто чего вы хотите. Вот это вот и нужно, из этого точнее и нужно исходить, потому что, ну, как бы, по-другому, наверное, вряд ли можно что-то порекомендовать, да, и, соответственно, что-то сказать, вот. По той, опять же, простой причине, да, что непонятны ваши субъективные стороны и субъективные точки зрения. Вот. То есть вы, там, к примеру, хотите чего-то одного, он хочет чего-то другого. Почему такая спешка, да? Не смущает ли вас, что мужчина вот так много говорит о том, что надо жить вместе? Именно говорит, а не делает. Почему в подборе квартиры вы учитываете только его интерес, только его, как бы, момент, а не свои? Да, вот. То есть, ну, тут я не чувствую такого, знаете, вот, я не чувствую полноценных партнеров. Я не чувствую здесь полноценного партнерства, вот, к сожалению. Я не чувствую. Вот именно полноценного партнерства я не чувствую. С вашей, как бы, ну, стороны, да? Вот. И, ну, как бы, исходить вам нужно из этого. Вот. Понимаете? Правильно вам коллега сказал, что, ну,
мало времени слишком прошло. Еще нужно, чтобы все-таки больше времени было, чтобы больше времени прошло. Но я думаю, что мужчине доверять не стоит. То есть вот, я так думаю, что не стоит мужчине доверять, да, то есть ориентироваться на него не стоит. Потому что этот человек вот такой, значит, не очень надежный. И все. А уже что вы будете делать, уже как вы будете себя вести, это вам решать, я так полагаю. То есть, знаете, мнение со стороны, что мужчина не заинтересован в развитии отношений, потому что может, как бы устраивает все, что есть, вот, его устраивает, как, значит, дела обстоят сейчас, вот, человека устраивает, и все. А вы его, видимо, никак не мотивируете, то есть он не замотивирован что-то делать. Ну, вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы он был мотивирован, то отдалитесь от него, покажите ему, что вас такое развитие отношений не устраивает, вот, но будьте готовы к тому, что он может от вас отдалиться, почувствовав, что вы слишком много от него, к примеру, требуете и ждете. Вот. То есть здесь вот такая история, такой момент. А на этом, в принципе, все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку, я буду рад вам ответить, вот, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам!